Ну, здравствуй, солнышко. Ты уже на службе. А я вот вздремнул маленько. И ты тут. Ну и сколько ж мне осталось, уважаемая кукушка? Красиво врешь, голубушка. Воды давай! Туши давай! Я ему, блин, устрою. О, похож. Ага. И тебе дам похож. Устрою балет во сне и наяву. Поехали! Семен Кузьмич, у нас, конечно, район маленький, но ежели вы забыли, у нас есть целая одна пожарная машина и целых 5 пожарных человека. Вы себе медаль хотели напожарить, да? На пожаре что с вами? На, гляди! Похоже на вас. Очень. Я ему устрою, космонавт несчастный. Мультик был. Был? Вот корсет изобрел. Ведра носить, и спина не болит. А просил чего? Хептила какого-то 5 бочек и коня. Чего просил? Хептила. Хептила? Деревня Хептила. Кто вас только в школе учил? Ваш отец и учил. Неужели не помните? Он и химию учил, и физики, и математики. Ладно, ладно. Больно все умные стали. Фу, послал же Бог дурака, а? Он ведь не только поселок, он не район спалит. Позови-ка ко мне Егора, он у нас участковый или где? Пускай разбирается с этим дураком! Не надо участкового. Позовите журналистов, устройте с ним праздник, и мы посмеемся, и они. Так он не только поселок, он мне весь район сожжет. Семен Кузьмич... Вы в бочке масла налейте, а не этого самого Хептила. Чего ж над убогим-то не посмеяться ради общего дела? Ну ты, Варвара, истерь. Так, вот так. Цветики. Опа! Дядюш!
Братик! Это чья? Это чья? Сюрприз я-то! Это... Шут ты гороховый! И ты Ой. Хороший человек. Вот. А? Ты что это вырядился-то? Господи. Да, это письма надо сыну-то писать, а не гадать, сударушка. Сам дурак. И ты хороший человек. Знал бы, куда писать, писала бы. А, ну да, ну да, это... Твой-то много тебе пишет? А, бабушка, вот ты послушай, что сынок-то мне пишет. Сейчас вот я... Вот, ты послушай. Вчера пролетали солнышко наше ясное. Очень сильно греет оно, прям как любовь ваша, папа. Сразу вас вспомнил. Облетаем землюшку нашу, матушку, и привет вам передаем. Вот, видишь, что сын-то мне пишет. Вот. Любит, вспоминает. Вот. А мне-то не вспоминает, а? Ну, как же. Тебя тоже. Слышь? Да. Да. А может, ему оттуда-то видно? Чего-то у меня ночью курица-то сдохла. Ну, как же ему, Аннушка, курицу вашу оттуда увидеть? А ты спроси. Нет, ну если хотите, то я это спрошу. Спроси. Спрошу. Спрошу. Спроси. А вдруг и видит? Да. Вот прямо сейчас пойду. Вот и давай. И спрошу. И спроси. Да, я ему... Да, да, да. Вот. Давай, давай. Иди. Вот. Да, на курицу. Давай, иди. На-на-на-на-на. О, давай. Пиши. Ой. Да. Да. Раз, два, три, четыре. А. Так. Хорошо. А вот вам пехота. Посмотрим, с чем вы нам будете противостоять. Посмотрим. Ответим мы вам, знаю я чем. Артиллерией. А? Каково вам? Артиллерия. Бог войны. Нет. Постойте. Сейчас, доча, подожди, доча, где же он лежит? Ну, что ж такое? Ну, куда, что это такое? Ну, куда? Ну, где он? А, вот он. Сейчас. Доченька, скажи мне, ты когда хоть навестишь-то, а? Ну, навести старика, ну, пожалуйста. Но... Не, я даже не думал тебе мешать, доча. Работай. Что? Нет, доча, гептил, а не хептил. Ну, кто хоть тебя учил-то хоть? Ну, я учу, я не учу. Ну, что ты, ну, я и не думал тебя учить, доча. Я ведь только хотел, доча... Гептил, ты какая хрен разница? Мультик, это ты мне всю жизнь портишь! Подожди, ну я тебе устрою! Скину мат! Гептил, японо мат! Хиперный тело! Гептил! Да что ж это такое, а? Да когда ж это кончится только? Это вот на твою хату, Сёмка. А это на твою, Иван. Вот. А ты и на твою, Петр. Ну и на твою. О! Твою мать! Максим. Ты что, ошалел, что ли, старый? Извини, Максим, а? Ну, что ошалел? Ты посмотри, что ты делаешь, да? Тебе зачем гептил-то хоть нужен, а? Ты что тут, Вьетнам хочешь устроить, пес войны? Не, ну ты посмотри на него. Во Вьетнаме-то напалм бросали, мой юный соседушка. Да это я мне нужно топливо ракетное.
Я и сам знаю, что напал. Это я тебе проверяю так. Да, ёперный театр. Вот смотри, напишу на тебя, куда следует, а? Чё ты вот воду-то зря разливаешь? Ты что, думаешь, ерундой, что ли, занимаешься? Ну хорошо, ракета тебе зачем? Ты что, Вашингтон будешь бомбить, что ли? Так там без тебя разберутся. Вам только воевать, а ники воины. Грамотные все встали, а толку? Они тебе все и про космос расскажут, и Бога на лопатки покладут. Да, все могут. Только вот деток своих не хотят на свет пускать. Ну, правильно. Вот. А зачем им детки-то? Они их боятся. Как это? Да, потому и не хотят рожать-то. А нерожденные детки все равно, что мертвые. Это как же мертвые-то? Ну, да? Так же как. Не, ну, так нельзя. А что бы, если вот на предмет мои родители не захотели меня на свет пускать? А? Я бы им этого ни в жизнь не простил. Ой-ой-ой-ой. Ты лучше скажи, тебе твой Гагарин-то пишет? А как же? Ой! А я вот ему решил подарочек сделать. Да, вот выведу ракету-то на орбиту. Спутник будет. Вот. Майор-то услышит, увидит и приедет. Он сейчас где-нибудь на Сириусе. Они все там на Сириусе, чертовы инопланетяне. Слышь, кажись, идет кто-то. Да ладно. Сейчас руки-ноги-то поотрываю. Зин, ну ё-моё, ну будь ты человеком-то. Ну пора же уже. Ничего не пора. Видишь, сколько время. Зенки-то залил, ничего не видишь. Эх, Зинка, ох, ну и злая же ты, Зинка. А я ведь к тебе прийти сегодня вечерком могу. Посидим, поухаем. Во-во! От вас, алкоголиков, только и приходится что? Охать. Ох, Зинка... Будьте любезны, сударыня, посмотрите, вот эти сухие-то продукты в космосе сколько хранятся? 5 месяцев. Маловато. А, извините, нет у вас таких, чтоб, ну, 3 года. Слышь, Петрович, а у меня вечная еда есть. Никогда не портится. Вот 11 часов стукнет, я тебя угощу. Правда? Да. Спасибо, вы очень любезны. А она калорийная? Это очень важно. А на Марсе как она себя поведет? 1 000 000 калорий. На Марсе себя поведет так же, как на Юпитере. Да ничего с ней не будет. Мы вообще без нее не можем работать. Ну так дайте же мне это. Дайте. Дайте. Это что такое, а? Максим Алексеевич, вы слышали? Сейчас. Наш космический страж Зинаида Васильевна приоткроет ворота-то, и тогда... Я сейчас приоткрою, что не закроешь! Как вы мне все надоели, а? Чтоб вас разнесло всех! Уважаемая Зинаида Васильевна, ну нельзя же заставлять ждать этих благородных людей. Им же это очень нужно, вы слышали? Опа, тихо! В очередь, сукины дети! В общем, давай еще одну такую космическую беленькую. И вот 2 красненькие я возьму. Извините, давай. Мой юный друг. Я сегодня что-то это не в себе. Волнуюсь. Письмо жду от сына. А его все нет и нет. Так, ё-моё, на Сириусе волнение. Народ берет власть в свои руки. Почту уже захватили. Теперь пробираются к зеленому космопарламенту. Какие письма? Революция, ё-моё! Это печально.
Так вы думаете, что из-за этого? Так, а как же мне с ним связаться-то, а? Нет, это не дело. Слышь, короче, да, сейчас ты мне даешь 3 вот таких калорийных сухпайка. Сухпайка? Ну, а я тебе вмиг организую письмецо, а? Спасибо. Вы благородный мой друг. А ну. Мужественный человек. Я ваш должник. Для такого опасного делать ничего не жалко. О! Даешь революцию! Даешь космореволюцию! Рыцарь космического пространства! Спасибо, Зинок. Зиночка, ну. Спасибо, Зинок! Ай! Светит и греет всех. Все на земле от тепла и света. Вот если душа-то у человека теплая, светлая, то и все у него будет хорошо. Сидит, что-то бубнячит про себя. Здорово, сударушка. Здорово. Вот я сейчас тут прила. Молился, что ли? С солнышком разговаривал. Очумел на старости лет. С солнышком разговаривает. Тебе с Богом пора разговаривать, а не с солнышком. Да. Ты узнаешь, что солнце подобное. Ты вот мне лучше ведро почини. Глянь, видишь? Нет, Танушка, вы не правы. Че? Не правы, вот ты. Солнышко, оно ведь всегда, везде и во всем. Вот светит и молчит, и всем приятно. А ведро, ну что ведро? Оно, он, как говорит наш Максим-то Алексеевич, оно и в Африке ведро. Всегда так с вами, с мужиками. Как с солнышком разговаривать, так можно. А вот как ведро, это к африканцам. Починишь. Да ладно. Эх ты, долго диалоги ты с ним будешь вести? Так ведь, вот уж скоро 80 лет, как я с ним в переписке-то. Ну ладно, переписывайся. Тогда я с тобой еще покопчу. Ну так и копчить себе на здоровье. Вам еще до меня. А что это такое за крышки-то? Это, Аннушка, корсет. Чего? Корсет. Корсет? Корсет. Это куда же корсет-то? Так, что ли? Да нет. Вот если его надеть, то сразу и помолодеешь. Оп. Ну и че? Че? А? Помолодела? Ну так, девчонка. Девчонка. А че, Геннаж? Ну че? В амбар пойдем? Поцелуемся? Пока мамка не видит. Вот ты чудил-то. Привет от старых штыблет. Чего смеемся-то, а? Ты глянь. Ой, а что это у тебя? Корсета. Повернись, корсета. Корсета корсетой, а крышка-то от моей кастрюли. Узнаю. Да отстань ты. Да. Слышь, чего наш Кулибин-то учудил? Чего? Всю пенсию отдал на космическую войну. Это самое... Максим Алексеевич, ты это вы... Иди, откуда пришел? А мне и тут хорошо, я облегнусь, мне легко. Ну, это... Чего? Ну-ка говори, чего отчебучил? На новейшие космические разработки в борьбе с космическими пиратами НАСА. Да, ёпертный бабай. Теперь спроси у него, что он завтра жрать-то будет. А, наверное, космическую пыль. Да, говорят, да. Она очень, да, колоритная.
и без вас. Ну ладно, что, не прокормим, что ли? Не, чего ж не прокормим? Морковки много. Ну, от Юрки-то что есть? От Юрки-то? А как же. Вот. Вот. Вот это вот, мой Юра на Сириусе. На Сириусе. А через неделю обещал фотографию прислать с этого, с Юпитера. Ну да. А я ему это, подарочек спроворю. Какой? А вот мы с Максимом Алексеевичем-то ракету-то запустим. А, уже улетел. И привет ему передать. Ой, чудик, а. А теперь Анну Витальевну поздравляет ее сын Василий. Вот что он пишет. Я помню ее материнскую любовь и нежность, ласковые руки, которые могли испечь и самый вкусный хлеб, и держать оружие. Теперь я далеко. Но очень часто мне снится моя родная деревня, наши маленькие и такие красивые вешки, хата на краю деревни, три березки под окном и мама. Ба! Тихо. Васек! Тихо, Аннушка. Васек! Успокойся, Аннушка. Васек! Аннушка, ну дайте же ей воды-то, Максим Васильевич. Так вон в чайнике. От всей души мы желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. И по просьбе вашего сына Василия передаем для вас любимую песню «Ой, цветет калина». Любит, ведь помнит. А вы, Аннушка, не верили. А вот теперь Васенька. Вот весь народ, вся наша страна будет знать, что живет Анна в вешках. И что сынок у нее есть. Васенька. Да, пусть и недалеко. Но ведь ей же. Ёптов нельзя. Вы чего? На пару, что ли, того? Смотрите на них! Зажглись, засветились, сейчас блестят! Аня! Ты же знаешь, что я человек, который правду любит. В общем, вот что. Это не про тебя и не он. Фу! Да, да. Как же это не он-то, а? И про вешки наши передавали, и про Аннушку. Я же слышала мое имя, тетя, было. Ну? Другие вешки, другая Анна и другой Василь. Да не мог он это написать, понимаешь ты? Не мог! Да почему это он? Да потому и-то почемучкин. Где он у тебя, а? Ну скажи мне, где? А, молчишь? Сидит. И в который раз? Ань, ты только не обижайся. Мне тоже дети не очень. Ну, все-таки лучше, чем у тебя. Но все равно не пишут, и твои не должны писать. Максим Васильевич. Что это такое? Максим Васильевич, вот если вы сейчас, прямо сейчас, вот-вот, вы сейчас вот не замолчите. Да я не знаю, я... Ух, я вам. Помнишь? А... Вот и десятий не кашляй. Дон Кихот без порток. Слушай, Ань, а потом, твое отчество, Васильевна, да?
Ну вот, а там Витальевна. А Витальевна, Виталий-то, ну, Филипп был, да? Ну вот. Так, ну-ка, подожди-ка. Чего тебя на питье-то потянуло, а? Посмотри мне в глаза. Отними чайник-то. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так и есть. Так и есть, это он. Это он вместо твоего Василька заяву-то на радио подал. Ты чё? Так ты что, хочешь медаль мою получить, что ли? Уйди отсюда, ма. А ну на-ка, выкуси. Ишь ты, медаль он захотел. Какой прыткой. Миноша. Миноша. Зачем же? А? Да! Что у вас под рубашкой-то, Максим Алексеевич? Ребра и пуп. Что там еще? А сердце-то ваше где? Чего? Ну где ж ваше сердце-то? Ведь радость же у человека была. Она без ее, можно сказать, всю свою жизнь прожила. Вся семья вон в партизанах с голоду померла. Одна она только и выжила. Отец с фронта пришел, пулями да осколками иссеченный. 2 месяца прожил всего. Муж на стройке погиб. Горемычная, да наш святая. Да хоть ты ее вон в церкви вешай, как святую мученицу, а вы... Это ты мне говоришь? Мне? Ты, частник несчастный! Да я с самой юности все для партии, для народа, а ты... Я не позволю, слышишь? Фу, я не позволю миллионам людей голову там морочить! У меня тоже дети есть! Дети у него! Они мне «Калину с малиной» не поют по нашему радио! И сам себе я писем не пишу! По нашему радио только правду говорят! Да пошел ты! Чайник забери! Отдай мой чайник! Несчастный! Аннушка! Ты зачем кидаешь? Ты послушай, ты зачем это сделал? Аннушка, ты послушай, вот ракету-то запущу, наши дети-то услышат и вернутся. Все вернутся, Аннушка. И мои, и твои. И все. Приедут. Знаю. Земля холодная. И небо холодное. А космос, он ведь еще холоднее. Бог дал нам жизнь, чтоб мы все это согрели. Душами своими согрели. И небо, и землю, и дружка дружку. Ну так и грей же, грей. Да я... Ой. Сильно? Да, нормально, как обычно. Ой, родная, слушай, дай попить что-нибудь. Запыхалась, пока шла. Аж тебя угораздило так далеко жить. Спасибо большое.
Калька, что там? Короче, тебе нет. А вот щекнутому вашему ракетчику письмо, его вернулось. Не псих ли, а? Не, слушай, ты передай ему, пожалуйста, сама его, я не хочу к нему. Мне кажется, он меня пришибет. Да нет, он безобидный, не тронет. Ага, не тронет. Такие безобидные потом маньяками и оказываются. Эту нашу Маньку-то помнишь? Ну что, ну она тоже себе безобидного и тихого приютила. Так потом от него голышом ночью бежала. Чуть не пришиб же. Манька всегда дурой была. И Женька-то ее два раза в дурке лежал. Чего с него взять-то? Вот приютил, сама и виновата. А ты у нас еще никого не приютила, а? Дур ты, Галька. Че дура? О чем ты? Ты посмотри, у тебя два бесхозных по двору шляются. Бери кого хочешь. Ну, честное слово, один вон даже летчик-космонавт. Кстати, мне Кузьмич сказал, что это... Спасибо. Что он ракету в космос запускает. Так вот, в воскресенье к нам гости из города приедут. Так он их всех запустить хочет. Ну, пень пнем, а тоже в космос метит. А Васька-то тебе не объявился? Ну, а ты гадала? Не, слушай, дети сволочи. А потом их рожай после этого. Не, знаешь, дорогая, я своим так и скажу. Вырастите, уедете, на порог не являйтесь, туристы хреновы. Не пущу никого, заживо в костре сожгу. Ну, серьезно. А, мне такое дело посоветовали. Этот. Короче, чтоб твои дети вернулись, нужно карму очистить. Чего? Карму. Саба, я закрою. Ого. Вот, да, вот здесь. Вот здесь там написано, смотри. Что такое карма-то? Ну, читай. В общем, карму очищаешь, и дети тебя сразу вспоминают. Так а что делать-то? Ну, смотри. Тебя, когда Мишка твой вскрыл, у тебя же тогда карма и нарушилась. А Мишка-то здесь при чем? Как при чем? Ты же сама сказала, что у тебя от него первый родился. Рожал-то я от него, а первый-то был... другой. А ты что это у нас? Слушай, ты развратница старая. При чем здесь возраст-то? А бредом. Что время, в то надо погрузиться. Короче, тебе нужно найти такого мужика, но с которым все правильно будет. А? Тогда ты с ним карму себе исправишь. Так а с кем исправлять-то? Ну, а лучше с чудиком каким-нибудь. Ну, с идиотом. Понимаешь, просто надо, чтобы он с тобой в эту игру верил. Тогда у тебя карма наладится, и дети вернутся. Только вот где взять этого чудика? Я не знаю, дорогая моя. Я. Ну что ты? Но жизнь она такая. Всегда может удивить. Ладно, дорогулечка. Я побежала. Бери все. Не надо, я худею. Вот. Все, я побежала. Давай. Через недельку увидимся. Давай. А ты книжечку почитай. Осторожно-то, Галька. Да что? Башку-то всю проломишь. Дурище. Карма.
тихо говоришь. Геннадий Петрович, вы не заняты? Кушай. Нет. А я к вам с вопросом. Здрасте. Ой. Извините, Анна. Присаживайтесь, Анна. Анна Витальевна. Васильевна, да. Я прошу вас. Вот. Сейчас я. Вот так. Вот. Я прошу вас. Вот. Да, сейчас я. Все. Я взял. Геннадий Петрович. Да, Анна Васильевна. Не поможете мне разгадать солнце? Солнце? А солнце, это хорошо. Я люблю сны. Да. Знакомого одного встретила? А, знакомого. Кругом, знаете, такое поле. Ржаное. А, ржаное. Угу. Я бы такое чистое. А в нем жаворонки висят. Жаворонки. Да. А бабуля-то? Будто мой суженый ряженый идет. А лица-то я его не увидела. А лица нет. А он, понимаешь, достает из кармана горсть зерна и под ноги себе бросает. А я стою, смотрю на него и думаю, а что это он зерно в землю-то бросает? Да, действительно. Ага. Рост уж выросла, да. И в колос даже пошла. Да. Он что, с изного, что ли, сеять собрался? Хотела бы спросить. А голосу-то нема. А он и прошел. Я и не спросила. Вот. Ну, так. Ну, так. Сон-то. А, сон-то. А, сон. Да. Так и хороший сон. Хороший. А это... Кто он этот? Он такой вот высокий, стройный, такой же вот, с бородкой седой. Вот такая же, да. И знаете ли, позолота, такая вот шурум-бурум волоса. Ну, я, знаете ли, к вам письмо. Нет. Тряхните стариной, Геннадий Петрович. А это... От кого письмо-то? Ну, как же вы думаете, от кого? Ну, я... Из космического агентства НАСАС. Так... Ну, порадуйте девушку. Барыню с припевочкой. Барыню с припевочками. Анна Васильевна, голубушка, ну какие же там танцы мои седые годы? Откуда? Откуда письмо? Да тут язык-то сломать можно. Какой-то звездно Сириуса. А, Сириуса Платоневый район Венеры. Точно, оно самое. Оно. Ну, точно от Юрия моего. Ну, уважил, отписал отцу. Не давай, Геннаша, барыню. Давай, присядь. Ёлки-моталки, а? Давай. Давай-ка под музыку. Да. Ну, где ж музыку-то нам взять, Анна Васильевна? Барыня, подойдет. Сударыня, барыня, в лесочек я пойду, да миллионочка найду. Барыня, сударыня, барыня. Еще ниже, молодец.
Что такое? Чего? Ой. С моим-то здоровьем, да. Да барыню-то. У меня ж поясница. Господи. Ну, кто же меня теперь это разгибать-то будет? Чего? Так чего делать-то? Анна Васильевна. Чего? Анна Васильевна, голубушка, вы не могли бы упереться мне рукой в поясницу? Да. Да. Чего делать-то? Ладонью. Так. Вот так. Вот теперь вы меня. Так. На это. На тапочек. Дайте мне вот. На тапочек. Вот. Ну, поднимайся, раз. Да. Да. Меня надо на скамеечку бы уложить бы. Пень ты старый. Давай. Вон скамейку давай. Ой, вот еще что. Чуток, вот. Так, вот так. Осторожно. Вот теперь вы мне. Ноги. Да. Все. Ой. Ну вот и вся. И вся самодеятельность. Вы расстроены, Анна Васильевна. Расстроишься тут с вами. Тут не только свою карму исправишь. Да. Ну что, прочитать письмо-то? Зачем? Это ведь мое письмо, он назад вернулся. Так а что ж прыгал-то, если знал? Вам хотел приятное сделать, Анна Васильевна. Чем приятно это? Чтоб в гроб раньше меня уложиться. Смешной ты какой, мультик, а? Да. Вот ведь все над тобой смеются, а тебе хоть бы что. И вы хороший человек. Да ну тебе. Вот мой Юр-то вернется. Я его с вами-то и познакомлю. Юрка-то, что ли? Да. Ты что? Ну, вот такая. Я ж его с измальства знаю. Ну, да. Я ж Альке твоей помогал, с ним нянчиться. Да, ты что, забыл, что ли? Пень старый. Я помню. То Юрка был. Ну? А это Юрий Геннадьевич. Да ну тебе. Эх, Зинаида Васильевна, распотрошили же вы же мне сердечко-то, бравому-то солдатику. Солдат? Какого ж ты фронту, солдат? Каким работочным же? Вот и топай в свою жизнь, солдат. Опа! А чё это мы, Максим Гастритович? Чё, мы не хотим пообщаться с коллективом, а? Алексеич. Да ладно, гастрит ты есть гастрит. Ну что, всё кляузы пишешь, да? Хочешь грамоты получить, а? Я вам тебе писал? Не писал. Остальные все сами виноваты. Эх, когда же у нас осчастливить это своим присутствием на кладбище, а? Ёперный театр. Чё тебе моё кладбище, а? Да хотелось бы узнать местечко, где мы вас сможем помянуть-то, честным словом, а? Местечко есть, всё есть. Не про вашу честь. Оп! Оп, Сачка, за испуг, а это за грубость. Петька, не трогай старого человека. Да какой он старый, смотри. Вон он. На нем еще пахать и пахать, а? Оп, Петька, смотри, допрыгаешься. Придут за тобой черти и утащат куда надо. Поплатишься за грехи-то. Вот и пусть приходят. У меня для них всегда угощение есть. Оп, и закусь. Да, Вот сволота, а. Надо бы с него на пузырь взять. Морда прижимистая, а? Давай. Ну, где он? Ищи! Где он? Ну!
Тащи! Давай туда! Бегом! Ну-ка я еще сейчас попробую. Вот, вот так, вот так. Да. Ну-ка, сейчас еще разок. Ну-ка, ну-ка. Ну и как поживает ракетостроение, Геннадий Петрович? А что ему кашляет? Что ему сделать-то, голубушка? Скоро полетим мы и всех увидим. И Юрия моего, и Василия. Не верь ему, Анька. О, никто к вам не приедет. Батюшки. А вот ко мне приедет. И звонят каждый день. Что произошло? Чего? Йогой в поле занимался. И оперный театр. Генка, тащи скорее воды. Бинты. Зеленка есть? Тащи. Есть, матушка, есть. Ой. Все Господи, есть. Да что ж такое-то? Как тебя угораздило-то? Кто-то? Терпи. Как тебя угораздило-то, Господи? А с лицом-то? Вот и нос разбил, а? Не знаю, Господи, что ли? Ты, Боже ты мой-то. Вот, мальчик, вот. Тише. Господи, ты Боже мой. Ну-ка, давай сюда. Господи. Какая же у мальчика и заботливая. Вот. Никто не приедет. Я и не приеду. Прямо здесь. Вот и ты, тише ты. Мы тут так и помрем от ней. Ну-ка, слышай. А так. Ты приходи ко мне жить, да? Мы вместе и помирать-то будем, Ань, а? Ну чего ты смотришь? Ну чего смотришь? Это я сейчас такой. А вообще-то я человек-то прижимистый. Вернее, у меня кое-какое приданное есть. И вообще, Анька, скоро же война начнется. Мир-то с ума сошел. Я ведь помню, как мы на Холхенголе америкашкам-то наваляли. Ой, то ж японцы были. Японцы были. Баба есть баба. Что с тебе взять-то? Какая разница? Тут японцы, там американцы. А главное, что я там медаль заслужил. А мне ее не дали. А почему не дали? Потому что командира-то убили. Всех убили. И подтвердить некому. Ой. Ой, Ань, ну ты что, согласна или нет? Ань, ну что ты, что улыбишься-то, а? Если ты в девках останешься, я тебя второй раз-то не позову. А почему б нет? Только надо выбрать, за кого идти. Ёперный театр! Что значит выбрать? Я первый предложил, значит, за меня идти. Кто первый, тот и главный. Нет. Максим Алексеевич, у невесты всегда выбор должен быть. Вот. Ты рыцарь без порток, молчи! Что ты? Ты... День космический! Идет сюда! Нет, ты что с ним делать-то будешь? Ты что с ним в голый космос полетишь? Ты с ним без парков останешься! Слушай, ты мне надоел, ей бог! Нет, ей бог! Я тебе сейчас как дам! Пусти меня! Мало я вот тебе писал, так я еще напишу! Я такой сволочь! Ну, погляди, собака! Ты еще меня увидишь! Ладно! Пойду у Кольки моего спрошу, за кого идти. Ты что, совсем очумела, старая? Он 20 лет как помер. Ты что, на кладбище, что ли, пойдешь? Зачем? У меня фотокарточка есть, пойду спрошу. Ой, ну что ж это такое, ну? С тобой жить буду.
Генка. А я как же? Тихо. А мы тебя усыновим. О! Это значит горько, да? Горько. Горько, горько. Аж к свадьбе белое плясало. Пойдем, я тебе свой рогатомет покажу. Вот иди сюда. Как вот? Вот иди. Давай. Папаня, а вот здесь крышки-то не хватает. Молодец, сынок. Глазастый, весь меня. Ты это... Все. Пойди к мамке, узнай, скоро ли обед там. А, я мигом. Один костыль здесь, другой там. Сейчас. Темненько. Здорово, Геннадий Петрович. Фу, и вам не хворать, Егор Ильич. Мне глава наш, Семен Кузьмич. А лошадь тебе зачем? Лошадь-то? Не люблю я все эти телефоны, компьютеры, железки это все. Души в них нет. А вот когда майорка-то вернется, я его на лошадке-то и встречу. А как же ракета? Она ведь тоже железная. Нет, она живая. Она со мной разговаривает. Вот, идите сюда, идите. Слышите? Да. А чего сосед твой на тебя, телеги, жалобы пишет? Развратил Анну, опыты всякие, а? Так ведь, у Максима Алексеевича очень сильно развито это воображение. Молодой еще. Это может для него плохо кончиться. Да, я тоже ему не верю ни капельки. Выдумщик еще тот. А гептил тебе зачем? Гептил-то? Так ведь гептил-то это кровушка ракеты. Значит так. Так. Повелитель космического пространства, обладатель трех домов и Анны, рыцарь Нечерноземья. Это вы хорошо сказали. Рыцарь Нечерноземья. Обойдешься без гептила. Как? Пока настоящая кровушка не пролилась. Жахнет так, деревни не останется. Так ведь ее и так нет, Егорыч. Вон, три дома всего. Вот и их не будет. Ну, а как же взлет? Ну, об этом я лично с нашим главой поговорю. О проблемах НАСА, косморыцарях и так далее. Спасибо. Спасибо, благороднейший косморыцарь. А-а-а. Я ваш должник. А-а-а. Хозяйка! Креативненько. Здорово, хозяйка! Здорово, Егорушка! Здорово, касатик!
Куда собралась? А? Да вот. Генка замуж-то зовет. Так вот думаю, идти или нет. Ты-то как считаешь? Ну, что стоишь как пень, помоги застегнуть-то. Чего вы делаете-то тут? А это что, гарбузы, что ли, собирать, да? О, дай какой! Сюда. Я тебе покажу! Ну, что, мам, арбузы! Ну, перестань! Ну, перестань, а не пей! Ну, за что? Покажу! Ну, что ты меня бьешь? Я только спросил! Ну, что ты делаешь? Что ты делаешь? Котик, ты да этакий, стой! Стой! Стой, говорю! Стой, говорю! Стою! Помоги, сынок! Вот! Кто бьет, то помоги! Всех в поселок перевезу. Дядя Егор, а я не согласна я. Только если мне трехуровневую квартиру выхлопочить, тогда перееду. Креативненько. Всех нахрен в поселок перевезу. А деревню закрою от греха подальше. А чайник оставь. Я сейчас приготовлю. Нет, нет, нет. Ты лежи, лежи, голубушка. Лежи, мы все, все сами сделаем. Все, корова старая, оттанцевалась. И наша... А почему наша Васька так себя плохо ведет? Может, ему ремня? Ты что с Санькой сделал-то, а? Баба спятила совсем, прости, Господи. Ты не смей так с мамкой разговаривать. Вот я тебе, вот я тебе сейчас устрою. Отстань от меня. Не слух. О, так вы, значит, двое на одного, да? Инаша, да. Ты только не оставляй меня, а? Нет, нет, голубушка, хорошо, нет. Я ведь встану. Да, да. Я сильная. А я ведь... Троих детишек родила. Первый Васенька помер в родах. А второй на погосе прятался. По трактору кодил. Зато третий Васенька хорош. Васенька, подойди к мамке. Подойди, голубчик мой. Васенька, подойди к мамке. Подойди к мамке. Не пойду, подойди никуда. Ну, что ж такое-то? Ну, стой, подойди. Стой, тебе на. Сказали, ну. Что? Что? Не, слушай, что творится-то, а? Ты что это привела в дом хахаля, понимаешь, а? Вот, я тебе покажу любовь морковь. Я вот пойду воровать.
что? Банду соберу и всех вас что? Перережу. Что? 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 Себя, куда говоришь? Подойди. Ты что тут? Надоел ты мне, слышишь? Надоел ты мне! Васенька, ты беги. Ты беги, миленькая. Беги, Васенька. Беги отсюда. Васенька, люблю тебя. Васенька, люблю тебя. Васенька, беги. Ты игрались, ёперный театр. Здорово, сударушка. Здорово. Думала, изменю свою карму, все и изменится. Дура. Старая дура. Не надо. Не надо так говорить, Анушка. Ты же хорошего хотел. А это тяжело дается. Тяжек путь тех, кто хочет жить правильно и по совести. О, мы с Тамарой ходим парой. Явился. Чего сидим, кого ждем? Чего? А жила принцесса Турандот? Вашими молитвами, Максим Алексеевич. Как не ожить-то? Ага. Чё? Нате, добивайте. Что? Ух ты! Что? Анна Васильевна, извещаем вас, что ваш сын Василий умер в тюрьме от сердечного приступа. О! Паскудство, а! Чё молчала-то, партизанка? Молчала. Потому что не поняли. А? Чё тут понимать-то? Вор и есть вор. Да, вот его дружки в тюрьме и того и пришпилили. Вот делов-то. Вот ёперный театр. И когда вы только родились, Максим Алексеевич? Что? Когда родились, спрашиваю. Ну, осенью, а чё тебе? Да нет, зимой вас мама с папой рожали. Прям в самую стужу и на сугробе. Оттого и душа-то у вас вон холодная, как жаба. Интересно, тебе когда и где делали? А меня на печи. О! На горячих кирпичах. О-о-о-о! Идите, Максим, домой. Я без тебя знаю. Поговоришь с вами потом. Всю ночь да. Паскудство всякое. Ой, боюсь. Наказал вас за что-то, солнышко. Говори, сами себе вы и милые. Лежит что-то на душе-то у вас. На сберкнижке у меня лежит. Понял? Старый дурак. Ну-ну-ну-ну. Анушка. Успокойся, Аннушка. Мультик! Мультик, скорее, иду сюда! Мультик, к нам кто-то в деревню на машине едет! Ей-богу, к нам едет! Какая машина? Ну, ты, кто это? Пойдем посмотрим. Вечно все так. Пойдем, Аннушка, пойдем. Все, сидим, кого ждем? Пошли, покажу чего-нибудь. Па-ма! Контрольную по математике проверите? Ну,
Ну, пойдем, сынок. От него ты не отвяжешься. Скорее, скорее, давай. Давай, давай, ну, иду. Ой, топчется, как космический перед. А ну-ска. Пан, ну что ты еле плетешься, пан? Ну пойдем, ну, ну ты пойми, ну это как экзамен, понимаешь? Только по математике, пан. Ну давай скорее. Да ну что ты стало, что ты стало? Давай двигай сюда. Сюда. Ну давай, давай, пан, давайте ближе, ближе, давайте. Итак, рассказывай. Значит, вот, реактивно... Штурмовая граната. Вот. Это же, брат, ты вонючка. Не математика, это по геометрии задачка-то еще. Ну ладно, пусть будет геометрия. Ты что ты делаешь-то? Так вот, значит, данные такие. Значит, калибр 105 мм. Вот. Масса 8,3. Значит, время перевода в военное положение 10 секунд. Вот. Ну и еще скажу, что мы с ней столько весен вместе провели. Ну, я знала, что ты чеканутый. Ну, чтоб такой кретин. Не, ну ты что, мам? Это пойдем. Добротное оружие. Ну, чего оно, а? Только оно не стреляет. Как не стреляет, а? Ну вы что, ты куда че? Вы? Да еще как стреляет! И я вам сейчас докажу! Шмелек, не подведи! Господи, а... Несите медаль! Медаль! Ёшкин дядр! Ё-моё! Ты что делаешь-то? Ты дурак, что ли, совсем? Полетело! Полетело! Ух ты! Полетело! Давай, давай, Зинок, шевели ты булками. Рабочий народ лекарства требует, слышишь? Шестух ю! Зинок! Инка, как ты? Нормально? Зин, все, 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 все. Тихо. Война, пацаны! Давай, Инка! Стой, товарищи! Собрал пушку вместо ракеты. О! Ага. Решил начать Четвертую мировую войну. Так еще ж третьей не было. Да не отвлекайся ты! Дальше самое главное. Охмурил и запутал девственно чистую юную Анну. И силой заставил вступить с ней... Как есть силой! И силой заставил вступить с ней в совместно-хозяйственно-трудовую деятельность. По сути, использовал ее как раб-силу. О-о-о, как раб-силу, гиперный театр. А посему считаю, что он есть ампиариль, империалистический шпион американских Соединенных Штатов, то есть вражина. Угу. Че? Вражина. А что мы делаем с таковыми? Пулю ему в башню и в расход. Все верно. В расход, ёперный театр. Давай, тихо, пошли. Тихо. Положи, положи, положи. А мне за помощь прошу сорганизовать орден или медаль. Мы таких шпионов-то не каждый день выслеживаем. А я за ним все-таки, посчитай, 70 лет следил. Я главе. Угу. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Угу. Генаша! Ген! Это я! А? Ты как там? Генаш, слышишь меня? Теперь полетит. Точно полетит. Хлебушка, батюшка. Помню, в лагере немецком травушку ели, потому и выжили.
Маму фашисты сожгли вместе со всей деревней. А я убежал. Папа на фронте пропал. Очень я в них нуждался. Звал их каждую ночь, плакал. Меня за это чуть не убили эти охранники-то. А потом сосед мой, ответь, позабыл, как его звали-то. Позабыл. Научил меня мечтать молча. Я хотел ракету построить, маму туда посадить, папу. И улететь к ядрене фене. А потом и его убили. А когда нас из лагеря-то освободили, я поклялся, что мои-то дети всегда рядом будут. Может, им сейчас очень плохо. А я ничего не знаю об этом. Давай я тебе Харлей куплю, ездишь на развалюхе. Харлей. Креативненько. А где я запчасти для него найду? Свой с закрытыми глазами переберу. Мальчики, а вот и я. Варенька, Варенька, подарю я Вареньке черевички аленькие. А Геннадию Петровичу бочки с бензином ты дал? Мы. Только там не бензин, а масло. В воскресенье праздник большой. Ну, давайте. А? Не ради пьянки, а дабы не отвыкнуть. А? Хорошо. Гости на запуск приедут. Вот мы ему устроим полет на Луну. Заодно и старого на место поставим. Это все хорошо, конечно. Только вот механик сказал, что он 5 бочек с маслом дал, а 6 с бензином кто-то прихватил. Егор! Я тебя прошу! У меня все личная такая просьба! Ты с этими пионерами-героями сам разберись! Вот они у меня где уже! Во! Гляди, чего учудили! Так что давай! Креативненько. Мне из города звонят, первый вопрос. Как там твой космонавт этот несчастный? Егор, ты бы выпустил его, а? А мы на празднике его и космос этот похороним. Ну что, еще по одной? Пойдем, пойдем, пойдем. Я не знаю, что говорить-то. Да, глупенький. Ой, Господи. Ой, Егорушка, Семен Кузьмич, а пустите, погибнет же там, ведь умрет ведь. Пусти, царь-батюшка, пусти, а? Ведь не за что губишь-то. А ну цыц, психованная. Ваше благородие, товарищ командир, ваше высокоблагородие, разрешите обратиться. Ну что ж это такое? Ну, этот Кулибин черти что делает, черти что ест, и черти во что превращается. И вообще, если значит, его сейчас не отпустите... Домой идешь, ложишься, кино смотришь, солдатики, что там у тебя еще? Понял? Слушаюсь, дочка, Варварушка, слушаюсь. Я ведь что? Я ведь, понимаешь, ты... Так ты придешь меня сегодня навестить, ведь да? Я ведь даже редко в поселке появляюсь, и тут даже боюсь беспокоить. Ты поди занята. Занята? Че ты скажешь-то? И так работы полно. С Генкой разберемся, а сейчас домой. Пойдем, пойдем. Сразу будешь домой. Будешь себя плохо вести, ни я к тебе не приеду. Ни Николай с детьми не приедет, понял? Варечка, Варечка, милая, я все понял. Домой. Я ведь только хотел, чтобы увидеть тебя, чтобы... Домой, я, матушка, домой, я иду домой. Да иди, иди, иди же, Бога ради, иди уже, иди. Лихо ты с ним.
как дети малые, ей-богу, только так и понимают. Варвара, взяла бы к себе старика, а то совсем с ума сойдет. Не сойдет, ты бы себе взял. Ну вот, что с ним делать-то буду? Ему и так одному неплохо. Вот и готова наша ласточка. Хороший ты мужик, Геннаж. Я-то? Угу. Хороший. А почему мультик-то, кстати? Да привозили к нам как-то сборник мультфильмов, помнишь? Много. Ну и возвращались мы с Юрой-то моим домой. Встретился нам этот, ты уж не помню кто. Ну и спрашивает Юра-то моего, как, дескать, папку-то зовут? А он маленький такой, кудрявый, щекастый, реснички густые. Мультик. Не, не мультик ты, Геннадий Петрович. А я тогда кто ж? А ты оперный театр. А будешь себя плохо вести, в угол поставлю, понял? Вот что, мои юные друзья, я предлагаю вам это дело отметить. Правильно. А пойдемте в магазин. Точно. Ну-ка, мальчики, вперед. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Здравствуйте, господа товарищи. Мам, можно я тюпик возьму, а? Возьми, сынок, возьми. Да, да, да. Спасибо, мам. Геннадий Петрович. Да, слушаю вас, Анна Васильевна. Здорово, ты чикса. Ну что почем, хоккей с мячом, э? Вам не болеть, Максим Алексеевич. Я сейчас. А вот и дети Петя. Здорово. Бухашку все бухаешь, да?
Пивком-то не угостишь? Так я, это... завязываю, походу, уже. Жаль. Впрочем, я тоже за торчик. А ну, старый, че, сдурел совсем, что ли? Варвар, а ну, иди сюда. Не пойду. Уважаемая Варвара Максимовна, вы не правы. Не правы. Ну, нельзя ж так с детьми-то обращаться. Не бойся, сынок. Семен Кузьмич, это что ж ты вообще делается-то, а? Рот закрой, пень старый, сам как шут гороховый, а моего не трожь. Это что же это такое? Отец родной на все село меня позорит. Да как я теперь жить-то вообще после этого буду, а? При дочери отца дураком выставляют сюда, идти. Максим, ну вы не волнуйтесь. Гагарин недоделанный. Я прошу вас, Варя. Да ешь тебя. Дайте в порошок. Варвар. Дайте в ракету эту засунуть. Да ракета. Да ты ж крестом драный. Что вы делаете, Варвар Максим? Извращение старое. Враг народа. Да, да. И сын твой к немцам сбежал. Гражданство получил, теперь четвертый рейх в Берлине поднимает. Варвар. Фашист твой сын, Варвар, понял? Максим, Варвар, я не позволю вам так о моем Юрии. Он насилился. Слишком много на себя берете, Максим Варварна. А так, вот так! А ты что удумал? Так. Магазин мой взорвал, товар украл! Зина Ивановна! Ворон! Ты террорист! Точняк! Я-то его сразу раскусил! Шпион он! Шпион! Четвертую мировую решил начать, а? Ну что? А ну-ка не могло! Сейчас мы посмотрим, может, у него там и не нашинские! Да что ты говоришь, Петя? Ну-ка гони! Гони доллары! Ты что мне? Вон он! Еще нашего! И гастритика-то нашего тоже под себя подмял, а? Ах ты, курва фашистская! Петр, я вот... Чего? Родину решил продать, а? Ну, гони кошелек! Семен Кузьмич, батюшка родненький, ну скажи, чего это хотим? Ведь мы что, как хорошего хотим? Хороший хотим. Благими делами, сын мой, дорога в ад делается. Ладно бы еще ракета, а то женитьба. Геннадий Петрович, ты совсем с ума сошел? Тебе на печи сидеть надо, а ты что, удумал? Да что это, люди, за что же вы нас так-то? Ведь я только хорошего хотел. Я мужу, отцом хорошим хотел быть. Заботным. А вы? Я ж во всех люблю. Чего ж теперь? Каждый старый хрыч, каждая старуха будет батю моего усыновлять, да? Еще раз обзовешь мужа моего, я тебе печенку вырву, курва. Еще раз обидишь сын моего Максика. Чего-чего? Чего-чего? Все глаза повыцарапаю. Понял, нет? Понял. Молодец. Мальчики, домой. Давай. Граждане. До свидания. До свидания. Мам, держи. Ну-ка, давай, Ведь не мог же мой Юра туда. Правда, он же на Сириус. Сириус! Ну как же это, а? Брешут бабы!
бабам верить нельзя. Нет у меня дочки. Никого у меня нет. Вот здесь и помрем. Никого у меня нет. Не помрешь. Не все медали еще получил. Наградной. Стоять. Алочка, я отлежусь и доползу. Отлежусь и доползу я сам. Сам ты, Сусан. Я сам. Гагарин! Кто ракету будет строить? Строить, я вон ракету. Обед готов. Мальчики, все к столу. Хорошо. Все к столу. Я как чувствовал. Я так есть хочу. Мы с сельцом в футбол играли. Руки вымыл? Да, конечно. Великодушие ваша, мадам, не знает границ. Ух ты, да какой хороший. Сметанка? А пахнет как. Молодец. Так. О, сейчас будет еще вкуснее. Ух ты. Вот вырастешь, сынок, я научу тебя ракеты строить. Бать, я вообще-то решил в город поехать. Я буду в институт поступать. Нет, не уезжай, сынок. Не уезжай, а? Я ж тебе... Все мое дело оставлю, а? Ну ведь ты же мой сын. Все мое, твое. Ну, не уезжай, сынок, а? Ну что ты молчишь, Миша? Ну скажи да, хоть да, ты, да, ты ему. Да. Ну. Сынок, отец дело говорит. Да. Не уезжай. Мы должны все вместе жить. Вот что, родители. Я не хочу с вами жить. Я хочу за границу. Там всего вдоволь. Нет, ну так нельзя. Ну ты же мой наследник. Ну, я ж тебе все свои изобретения оставлю. Не уезжай, а? Слушай, батя. Ну? Вот не обижайся. Ну, скажи, да. Ты дурак или притворяешься? Хватит. А? Подожди. Ведь все село над тобой смеется. Кулибин ты наш недоделанный, а? Тихо. Тебе же нету ничего. Тихо. Ты багаж без портаж. Ты знаешь это или нет, а? Тогда... Что? Вон из моего дома. Чтоб духу твоего здесь не было. Да? Нет у меня больше сына. Проклинаю тебя. Лена. Проклинаю. Максик, сядь. Вот теперь я понимаю, почему у тебя сын ушел. Вот из-за такой-то ерунды из дома сына выгнать. Правильно. Правильно Юрка делает, что не приезжает и не приходит. Потому что когда отец дурак, то сын батрак. Вон! Да не реди, как резаный бизон. Нет. Хорошо. Ты не прав, так нельзя. Да. Ты тоже уходи. Уходи мне, никто не нужен. Никто не нужен мне. Я сам лекарь. Все! Thank you.
друзья мои, ну вот и настал этот долгожданный день, когда мы, наконец, отправим наше первое небесное послание в далекие небесные космические дали нашим детям. Все, спекся Гагарин, ёперный театр. И я должен вам сказать, друзья мои, мы будем ждать ответ. И он будет. Ой. Обязательно будет. Здравствуйте. Вы проходите, пожалуйста, проходите, рассаживайтесь. Места должно всем хватить. Уж извините, волнуюсь. Пирожок. Да нет, ну, что тут смешного? Это не нужен мне пирожок. Это фамилия моя, Пирожок. Ну вот. Это, да не сбивайте вы меня, я сам собьюсь. Да. Так вот, я родился в очень страшное для нашей страны время. Была война. Холод, голод, смерть. Мы били озверевшего врага. Наши отцы и деды умирали под Сталинградом и на Смоленщине. Здравствуйте. Помню кровавые бои под Халкинголом. Да. Так вот, тогда убили командира. И я взял командование на себя. Ух, мы им показали, этим квантунцам, так, что им мало не показалось. Если я правильно понимаю, вам сейчас 78 лет. Вы на год меня моложе. А? Стало быть, вы родились в 1936. Да, значит, когда был Халкингол, вам было 3 годика. Это потрясающая история, когда младенец принял на себя командование армией. Ты что, с мозгами совсем плохо, да? Нет, ну зато с воображением-то все в порядке. Ну, домой иди. Продолжайте вы про Халкингол. Домой иди. Да вы иди ты. Я пошутил. Хотел-то я сказать совсем другое. А если честно, то вот о чем я хотел сказать. Ко мне жизнь все время передал. Ко мне все боком и боком, а? Все наполовину. Все на 50%. Вот даже с детства. Вот помню, в детстве, мне лет 6 было, пошли мы по грибы. Лето было сухое, грибов-то было мало. Ну, там кто-то наколупал, там кто сыроежек, кто-то лисичек. А я вот такенный вот боровик нашел. Ага. Беленький, крепенький. Шапку так двумя ладонями не обнять. Все-то мне в кошелку-то заглядывают, радуются, поздравляют. Ах ты, счастье привалило. А я на них, как на козявок, из-за гордости смотрел. И что, домой-то пришел? Ножиком чик, а он червивый! Позор, я домой иди! Вальша! Уйди! Я все скажу. Вот теперь я все скажу. Потому что время пришло, Варя. Потому что жена моя покойная мне покоя не дает. Я любил ее. Слышишь, я ее так любил, что стонал во сне от любви. А она все больше за Сашкой бегала. А Сашка, возьми, ты в город уедь. Ну что, поплакала моя Алена, да за меня и вышла. Ну, думаю, все, вот оно счастье, вот оно пришло. Да как же, не было и нет. Фигу с маслом! Опять эта проклятая половина, опять на 50%! Вот бывало спать ляжем, уснет, только тогда что-то шепчет. Целует, обнимает. Да что с бабой творится-то, Господи Боже? А Ларчик просто открывался. Она Сашку во сне видела. Это она его обнимала, целовала, шептала. Она 40 лет со мной прожила, а его обнимала. И дети-то, на Сашку похожи. Ты что плетешь, пень старый? Совсем чеканулся? Ты пусть все говорит. Говори, всю правду, говори, пусть говори. Это все, что на душе. Так, именно так все было. Я ведь танкистом хотел быть.
военным хотел быть, Варя. А что? Кем стал? Что делал? Я 10 лет на тракторе землю в колхозе пахал. Должности? Были должности. Уважать должны были. Уважать, слышишь, уважать! Глаза-то уважали. А за глаза? Как меня за глаза звали-то, а? Что молчишь-то? А, ну тогда я скажу. Гастритом меня звали! Слышишь, как гордо звучит? Гастрит! А смотри-ка, даже под старости лет-то я же Аньку-то уговорил жениться. Согласилась и к нему жить пошла. Все на 50%. Все наполовину. Никакого полета не будет. И никто к вам не приедет. Потому что к психованным никто не ездит. А сын твой в Берлине у немцев уже 20 лет. И занимается он не космосом, а глистами. Нет, это неправда. Неправда. Это неправда. Это неправда. Вот. И гражданство получил. Интересно, он наших глистов туда увез или ему местных немецких дали? А! А ну-ка, проваливай отсюда. Быстро! Давай, давай! Психушка по вам плачет! Давай, давай! Я же для него, а он... Бред. Листы. Геннаша. Просраться, ёперный театр! Чего дали-то? Чего дали-то? Нет. Чуть не угробили себя. Давай. Придет серенький бычок и укусит. Ой, баня ему нужна. Баня, это хорошо. В раз сделаю. Давай, поднимайся. Полегчало.
Ну и чего? Ну, что она не взлетела-то у тебя? Наверное, может быть, контакты отсырели. Письмо-то забери. На, Гарри. Дай. Сожги его, мой верный друг. А чего это бензином-то воняет, а? Гастрит он и в Африке гастрит. Как был дураком, дураком и помрёшь. Моя. Васятка мой. Да, да. Чудной-то какой. А как на нашего председателя-то похож, а? Вылитый. Ух ты, глянь, Юрка твой. Он фриц недопитый, а? А ты неуч ты такой. Батька, чё дерёшься? Батька, скажи ей. Юраш мой. Ученый. Глистов изучает. Истину в них ищет. Не, он их, скорее всего, тренирует. Кому можно заползать, а кому нет. А вырос ты как, а? Ну, прям космонавт. Thank you.